Важная мелочь. Под таким названием в минувшие выходные на театральной площади областного центра прошла благотворительная акция. Она была организована, чтобы собрать деньги на дорогостоящее лечение больных детей. Центром мероприятия стал ящик для сбора мелочи в формате куклы Добряны, имя которой было выбрано горожанами на прошлых акциях. Каждый мог помочь детям, опустив в ящик хотя бы несколько монет. Любая мелочь на самом деле была большим вкладом в общую сумму. Пополнялись и прозрачные ящики. Кроме того, в общее дело пошла и выручка от выставки-продажи. Все собранные средства пойдут малышам, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Когда мы начинали, было достаточно тяжело привлекать людей, было тяжело раскручивать информацию, распространять, но от акции к акции мы почувствовали, что все больше лояльность проявляется, очень много коллективов присоединяется к нам, танцевальные коллективы, вокалисты отдельные, ну то есть у нас уже такой костяк постоянный есть. На предыдущей акции удалось собрать более 80 тысяч рублей. Вот и на этот раз кировчане проявили активность. Пример тому, еще до начала мероприятия горожане стали приносить мелочь. Еще не было вот этой вот нашей куклы Добряны, куда по планам сегодня акция будет, мелочь будет собрана. И поэтому пришлось высыпать вот буквально в ящики, которые оказались под руками. Ну то есть очень радует. Также для всех пришедших работали мастер-классы. Массаж головы и стоп, маникюр, взвешивание и косоплетение. А танцевальные и вокальные коллективы помогали кировчанам весело провести время. Михаил Конышев, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.